Кирилл Туровский – один из выдатных духовных деятелей своего часу, богослов и осветник, народился в 12-м стагодии. Сучасники называли его патриархом усходнеславянских литератур. Он был письменником народным и горячолюбимым. И догэтуль нашчадки звертаются до его творчести, как до невычерпной крыницы мудрости. Штогод православные верники збираются на Гомельщине, каб ушанаваць память святителя Кирилла, епископа Туровского. На месте, где находится фундамент старожитного Троицкого кафедрального собора, проходит боская литургия, а побач, каля помника, молебен. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздников на полки память об этих святых, а мы сегодня с ними вместе. Штогод у Турова приезжают паломники из разных регионов, не только Беларуси, але и соседних краин. 11 мая у городе, як николи, шматлюдно. Валентина Ройка, якая живе у Тюменской в области России, приезжает не первый год. День памяти Кирилла Туровского супадает с ее днем народжения. Лепший подарунок – махчимость наведать памятные мястины и поклониться святителю. Сам Туров, слово даже Туров, он же старинный город. Здесь же столько церквей было, столько было святых. Все-таки он очень, я поклоняюсь всегда перед Туровым. Здесь очень природа красивая, здесь люди хорошие. Туров привабливает своей историей, своей спадщиной и своей сучасностью. Тут завсюду имкнулись заховать самобытность. И зараз мясцовые жыхары робят усё, каб Туров был вядомы далеко за межами Беларуси. Туров – это есть город, хоть он сам и небольшой, но он туристический объект. И это привлекает сюда паломников со всей республики. И люди сюда приезжают, они видят, что здесь происходит, посещают исторические места. Ну и многие передают это своим знакомым, своим друзьям, потом приезжают еще сюда большими компаниями. Протягнула урочистости свято духовной и народной музыки великодный фестиваль у Турове. Больше як 2 гадзіны со сцены гучали композицию в выконании Национального академичного оркестра Республики Беларусь имя Жиновича, камерного хора Гомельской областной филармонии, вокальной группы «Чистый голос» и інших творчих коллективов. День памяти Кирилла Туровского – свідчення того, что люди протягивают шановать память выдатного осветника и письменника. Его духовно-осветницкая спадщина для всего усходнего славянства является символом яднання народов. Дмитрий Котов, Олеся Рудянкова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Турова.